Расширение сферы действия. Криптовалютный обменник Coinbase из Сан-Франциско получил лицензию виртуальной валюты BitLicense для работы в Нью-Йорке. Для подтверждения лицензии Государственный департамент США рассмотрел проекты Coinbase по защите прав потребителей, киберстандартам безопасности и борьбе с отмыванием денег. Брайан Армстронг, соучредитель и генеральный директор Coinbase, отметил: «Наш основной приоритет – гарантировать, что мы предоставляем наиболее безопасный и совместимый криптовалютный обмен в мире. Мы очень рады, что получили BitLicense и можем расширить наш бизнес на Нью-Йорк».